have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Да, всем доброго времени суток. Отличнейше, с нами адмирал, и мы идем в Murder Mystery. Так его убили. Меня! Кто убийца? Я не знаю! Это было просто эпичнейшее начало серии. Я не знаю, по-моему, так круто еще ни разу не было. Я не знаю. Говорю. Я не знаю, без понятия, кто убийца, блин. Просто я заспавнился, поприветствовал людей, меня убили, и все на этом. Я пошел наблюдать за вами. Со старых времен. Неудачники. О, привет, Першин. У меня тут появилось много хороших. В нычке в центральном столбе. А, нет, это в коробке. Да, в нычке в центральном столбе два человека сидят. Один в синих очках, а другой не знаю с чем. Серой рубахой, которая нам мешал. Адмирал, не иди сюда. Ну вот ты и пожалел. А, я понял. Ты убийца, что ли? Нет. Нет. Я знаю, кто убийца. Она я вижу, кто убийца. Она с этим, да, с магнитофоном. Зузу. Никто не знает, где. Ой, блин, чуваки спалились чисто за счет трейлера своего, за счет следа. Там надо сидеть без следа, без пэтов, без ничего. Ном. Ном. Блин, ну, моя тушка! Я должен боком стоять. Ребят, я думаю то, что они говорят друг другу, где они находятся. Это не круто. Так, сейчас не смотрим, знаю, если она знаю. Ко мне придет. Да, давайте посмотрим, что там написано. Окей. Отлично. Она с кем-то согласилась, значит, с ней кто-то говорит. Ну, вот как бы и вот выяснили. Ребят, если сейчас Зуза меня найдет и убьет, то Срам и Зуза, они, короче... Ну, типа мы не на связи играем. Ну, сейчас, конечно, на связи. Но мы не по-свински себя ведем, мы не говорим... Где мы, у нас пока что не было возможности вести себя по-свински. Мы еще не были убийцами, давайте так. Да. Они дуэль делают. А, это шериф, кстати, да. Есть! Спасибо большое. Показано, что я наблюдаю за тобой, но при этом мне показывают девочку с коричневыми волосами. У меня хорошая нычка. Это что, Тибэк сейчас? Да. Что? Ребята, Тибэк еще в моде? Я помню последний раз, когда меня убили, чувак очень... Подбейте, пожалуйста. Что? Что такое Тибэк или что это? Тибэк — это чайный пакетик. Это когда ты убиваешь противника, а потом приседаешь над его лицом. А, я понял. Это было в моде где-то там году в 17-18 в разных шутанах. Потом за это типа люди очень сильно обижались и всякое такое, ну не знаю. Вот, сейчас ты кому-то напишешь ГГ изи и на тебя тоже обижаются. Но ты же сказал ГГ. Но ты же сказал изи. Но ГГ. Я за грилем спрячусь. А, не, он слишком плоский. И тебя загрилят. Где тут, блядь? Так, ну я это, в супернычку. Ребят. Ага. Я объявляю хорошее место. Ай, блин, чувак, ты нас спалишь вот этой своей фигней. Катись отсюда. Меня никто никогда... Адмирал, ты что-то подозрительно молчишь. Уж неужели ты там собрался людей убивать? Нет. Я никого не собираюсь убивать. Ну, ладно, допустим. Я доброжелательный гражданин. Чувак на голове стоит. О-о-о, я слышу, кого-то режут. Кого-то стреляют. Меня никто не найдет. Посмотрим. Меня зарезали. Блин, кто это? А, нет, это чувак в сером костюме. Нормально, шериф его победил. Ну, или шериф, или герой. А кто был убийцей? Я тоже был шерифом, только что-то стрелять нормально не мог. Ну, в этой игре никто нормально стрелять не может. Герой его убил. Опять этот бекон? Я могу стрелять только с планшета нормально. Когда играл в эту игру миллионы лет назад. Серьезно? В эту игру можно играть с телефона или с планшета? Нет, я знаю, что можно, но в нее прям можно играть, а не страдать с телефона или планшета.
Да, 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 вполне. Потому что мне всегда казалось, что это прям боль. У меня установлен Roblox на телефоне, но не для того, чтобы играть, а для того, чтобы зайти, случайно что-то глянуть в те моменты, когда я не за компьютером. Вот и вся... Ну, есть вообще много игр, которые именно с планшета удобно. Ну, точно, у меня же есть целая куча... Вообще, как только комп появился, я понял, что здесь очень круто. Ну, да, согласен. Может, я с вами буду ходить, я просто хочу вас найти. Может, не надо, а? Это наш местный мемчик насчет «может, не надо», забей, не поймешь. Ну, типа, мы рассказали, нам смешно, все хорошо. Так. О, в гаражике монетки есть, хорошо. А в гаражике у нас, я помню... О, тут хорошая нычка, да. А где еще? Так, монетки там. Тут неплохая нычка. Могло быть и лучше, кстати. Я эту карту, ну, так себе, на самом деле. Вообще, конечно, ну, вау. Что, ну, конечно же. Эту карту не знать, она же вообще, ее все знают. Почему? Нет, я не сказал, что я не знаю, я сказал, что, ну, она мне так себе нравится. Я тут свои нычки прячусь. Прячься? Так, осталось не так много времени. Так, тут блин, душ. Надо бы монетки. А нычка не в раковине? А, нет, это не тут в раковине. Там есть другая в раковине. Или все-таки... А, все-таки в раковине. Упс. Прикиньте, у меня кнопка отвалилась. Секунду, ребят. Так, ладно. Почему-то все танцуют. Где? А тебе зачем знать? Тут почему-то все танцуют в комнатке с телевизором. В комнатке с телевизором? Тут туса, да, что ли? А! Зачем? Почему так много убийц сразу за одно время? Ай! Я же ее зарезал, блин, да вы чё, да ладно вам. Ты достиг 50 уровня? А, да, это бэдж медоеда. Ну, ты просто убил пол сервера, там один ширик. Ну ладно, так, хорошо, это было на самом деле неплохо. Это было красиво. Так, першень, я не знаю, что у тебя там происходит. А, я сурф. Ну, я тоже сурф. А что если... Сейчас, секунду. Что если... Нет. Сейчас я попробую чекнуть отсюда. Ой, блин, меня убили. Черт. Ой, я, кажется, знаю, кто убийца. Ага, то есть... сейчас, погодьте. Ну, блин, да. Ладно, эта карточка закончилась довольно быстро. Посмотрим сейчас. Раз уж мы все тут очутились. В лучшем из миров. Котяра, ты это где? Как? Что? Я умер. Так я знаю, иди сюда. Давай сюда. Иду. Мы тебя тут как раз ждем. Я бы посерединке стал, чтобы кадр ровный был. А я... Вот тут. Можешь вместиться как... О, вот вообще красавчик. Оба! Трое из отца. Одинаковых с лица. Один из нас овца. Ладно, попозировали, хватит, спасибо.
только медведи. Ладно, количество позорных каток на сегодня сколько? Две? Наверное, да. Потому что первое, потом меня тупо слили, а второй раз я просто отвлекся на посмотреть на Дискорд, и меня второй раз тупо слили. Насчет каточки за убийцу я вообще ни разу не жалею, потому что было весело. Ладно, ребят, еще сейчас подождем, пока нас закинет, и вернемся. Итак, возвращаемся в эфир и даже в кефир. У нас герой победил убийцу. Прошлой каточки. Поехали, выберем. Попробуем успеть выбрать новую карту. Пожалуйста, Factory. Не отрубайте. Factory, Factory, да, давай Factory, хорошо. Factory лучшая карта. А где вы вообще? Мы тут, внутри, тут можно выбирать карту. А, я понял, иду к вам. А уже поздно, карты вырубили. Too late. Тут очень, да, такая скользкая вот эта тема с выбором карты, потому что она появляется сразу же, но пока всех прогрузит, пока все сообразят, где что, пока бегут, а бах, уже отключили голосовалку. Итак, Сурф. Опять Сурф, ты меня просто достала, у меня 9% на убийство. Блин, а когда мне выпал убийца, на сколько процентов был? На 7% я был, по-моему. Прикинь, они это на кнопку сделали, а не на мышь. Ах, вы же это... Что, кто? Теперь открытие грузовика. Раньше можно было подойти, открыть грузовик кнопочкой. Ну, это типа кнопкой мыши, а теперь нужно F-ку нажимать. Я застрял! Зачем так столько ел тогда? Помогите! О, стоп, а это случайно не та нычка, которая нычка... О, я пойду, наверное. Так, ладно, мне нужна помощь. Да, отлично! Я просто застрял в двери, меня убили. Но это несправедливо. Кто? Самый большой вопрос. Я предполагаю то, что это чувак в розовой одежде. Да, я был прав. Тут пасхалка, кстати. Чувак в розовой одежде, моя твоя пони... О, блин, ёлки-палки, я чуть не это только у что... У него ещё уши кролика такие уродливые. Фух. Он, в принципе... Я такой захожу в нычку, тут адмирал сидит. Я не ожидал тут кого-то увидеть, мало кто знает про эту нычку. Это, знаешь, обычно знаменитые последние слова. Сейчас придет сюда чувак и всех нас убьет. Кстати, скинчик-то зачетный, если что. Кроме того, что аниме Мордаха прикольное, так еще весь этот скинчик тоже прям хорошо подобран. Мне нравится, красава. Итак, слышим монетки, слышим ножики. Посмотрим, как все это сейчас получится. Не выглядывай, чтобы ты... Не торчи оттуда, пожалуйста. Там хвост торчит. Я сейчас за хвост и утащу, если что. Кстати, народ, кто знает, что за изумруд здесь и на что это отсылка? Ну, то есть, это же явно не просто та комнатка и тут изумруд. Это вот где-то на что-то кому-то. Было бы интересно узнать, пишите. Блин, чувак, меня очень напрягает то, что ты хвост вытащил. Очень напрягает то, что ты хвост вытащил. Так, ладно, высунемся. А я даже выйти не могу. Офигеть, ты меня тут еще и запер. Нам конец. Кто-то стреляет, погоди, я слышу. Кто-то из револьвера пытается. Ну, посмотрим. Это сейчас больше похоже на радиорепортаж, если что, а не на игру в survival horror. Ну, ладно. Посмотреть не могу, пока я живой, я не могу глянуть. Ребята, он сверху, два дебила, они до одного пистолета, у другого нож. Так что будьте осторожны. Алло. Да, раз, два, три, наконец ты здесь, добро пожаловать. Ты тут с собой героически закрыл дверь, я так понимаю, да? Да. Я понимаю, но там торчит... Там торчит твой хвост, я за этот хвост могли бы запросто утащить. Еще и меня не выпускал, но ладно. Блин. А у правого ли танца какие-то... Сейчас будет 900. 900 это победа, да? Да, 900 это победа, все. Мы тупо пересидели этот раунд. У меня 10-й телеран. 10-й? Пересидели, да. Красиво. Я просто застрял в этих ящиках, чтобы вы понимали. Я выбраться не мог, печаль. Я ничего не видел, я ослеп, и убийца такой просто взял и убил меня. Он убил шерифа, он просто не нашел нас. Вот в чем прикол. Идем голосовать. Пойдем голосовать. А можешь, пожалуйста, я опять повторить? Что ты там сказал про мой скин, а то у меня просто сразу пере... А, я сказал, что мне нравится, как ты подобрал скин. Я наконец-то его вблизи разобрал в спокойной атмосфере. Ну, наверное, потому что мы были заперты в подвале, но это уже другое дело. Я сказал, что он мне нравится и хорошо подобран. Поэтому, ну, комплимент, типа, на, держи. Спасибо. Так,
Так, а наверху что там? Сейчас. Там наверху есть прикольная... А может тоже есть пасхалка? Там очень прикольная пасхалка. Я сейчас между следующими раундами, если хочешь, я тебе покажу. Так там нужно особым образом протиснуться. Там нужно боком пройти. Не бегай за мной так подозрительно. Я не знаю, кто ты. О, не, я знаю, кто ты. Ты не убийца. Вон убийца! Убийца белая с фиолетовым ножом. Так, да, я ее увидел. Я-то, если честно... Ай! Не... Так мимо же пролетел! Блин, чертов пинг. Нож пролетает у меня под мышкой, и только потом я такой решаю, а, ну да, мне пора отъехать. Ты бы сейчас за мной последил. Буду. В общем-то, я не ёжик убегал. Чувак прикинулся стеночкой просто, я не я. Ничего себе, Канайка. Меня найди уже. Попс? О, попс. В общем-то, я видел, как ты убегал от этой девушки, она прям на меня посмотрела, я ушел в шкаф, и вот, и сижу. Ты посмотри этот взгляд не может врать, поэтому вот эти глаза. Ладно. Ладно, мне это не нравится. А, как раз заметил, как тебя убили. Першина, имею в виду. Так, понаблюдаю за убийцей, посмотрим, что он творит. Она не ты. Она тупит? Ты не смотрела в шкаф. Ну, она вроде... А она с розовым ножом или нет? Она с зеленым ножом, белая одежда, черно-розовые волосы. Она отпустила кого? Они, а, они в команде, зеленый. Они в команде. А, я убить, я убить. Бомбак зеленый. Эй, не тиммер! Да, они в команде. Фу! Какая-то странная штука на спине. Так о. Она не знает, где я. Да, она, у нее сейчас другие проблемы. Пытается шерифа убить. Шериф косой! Ну, блин, я тоже в таких ситуациях косой. Все, шерифа убили. Иди за револьвером. Да не-не-не. А, они, короче, один на один хотят делать. Тибэк. Сразу, смотри, она подходит и просто садится на лицо. Ладно. Так, адмирал, чеши сюда. Да, я тут. Ага-ага. Пекарта сама. От первого лица сюда. Самое прикольное. Наверх. А, наверх бегу. От первого лица и вот налево сюда, или направо? Вот а, сюда боком. Вверх. Ага. И тут каждый раз сидит новый чувачок. Каждый раз меняется лицо. Mm-hmm. Ну, не между прикольно. Играми, а в разных серваках тут каждый раз сидит новый чел. У нас на заставке побывало их уже, не знаю, что 5-6 разных. Смешно. Надо будет потом поискать. Такие лапы из монитора торчат. Да я опять сурф! Ну я тоже сурф, и чё, сидим и не мочим. Шанс. Я все еще думаю. Удача. Блин. Удача. Угу. Привет, я пока. Тут, я тут нашел место, где можно спрятаться. И где а вы куда? Я не знаю, я просто, надо типа монетки же еще собирать, по идее, теоретически, если а, получится. А, ну ладно. Кто мёрдер, блин? Кто? Где? Ай, блин, тут свалиться можно, черт, я забыл. Блин, я слишком широкий, и у меня плащ большой. А, это дезинфекция. У меня плащ выглядывает, помогите. Зачем тебе плащ? Зачем тебе... Ах ты ж! Не, ладно, это нормально. Я тоже никому не говорил, что я... Вот так вот вроде норм. Да, ты там слышал разговоры про широкий плащ, да? Так меня никто не найдет. Я сейчас посмотрю, посмотри. я сейчас посмотрю. Я, как всегда... Вау, тут лаборатория, где чуваки разные. Серьезно, попс. Олба. Почему попс? Ты посмотри на свою голову. У меня зато корона есть, отличие. Я понаблюдаю за Першином. А как? Знаешь почему? Там девушка куда-то... Подожди, Першин, там в углу в этой комнатке есть нычка. В углу той комнаты, где ты был, там была нычка, но я не знаю, если его сейчас не пристрелят... Кто убийца вообще? Мы на него смотрим. Oh. Вот он. Нет, ну все честно, все он нормально. Он меня не найдет. Учитывая, где он искал, он меня никогда не найдет. Ты хорошо знаешь эту карту? Ну в углу, назад, там могли... А где нынче? Подскажите, пожалуйста.
Ну, котяра тебе говорил в предыдущей комнате. Ладно. Сколько у тебя времени осталось? Он человек на карнизе за тебя прыгает. Я пытаюсь, может, пристрелить или что? Сзади тебя, прям сзади тебя. Прям вон там, да, там. Вон, видишь? Только осторожно, они могут быть, кто-то из них вооружен. Может быть. Да, может не быть. Никто не знает. Nobody knows. Бей эту слендершу. Ты можешь кидать ножи, если что. Да, зажимая. А, там наверху еще кто-то сидит. Что? Просто кинь в них ножи. Ну, это пистолет. А, ты че? Ай-яй-яй-яй, это было прям больно. Адмирал, ты не поверишь, где я сидел. В той комнате, где куча коробок. Ты прошел по коту, прям по голове прошел и не нашел его. Ну ладно. По крайней мере, не так обидно, потому что ты не был последним сурвом. Ладно, ребятушки, я думаю, такого фана нам на сегодня хватит. Было, по-моему, довольно прикольно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.